Агрофирма «Барвенковская». Агрофирма «Барвенковская» существует с 2011 года. Именно здесь, на базе асконийской тонкорунной и немецкой «Мирина-фляж», был выведен новый, харьковский тип приднепровской мясной породы. Данная порода была выведена специально для восточного региона. По словам главного зоотехника Виктора Михайловича, порода нетребовательна к кормам, отличается большими перевесами и рождаемостью. На сегодняшний день на ферме насчитывается 874 голов овец и 32 племенных барана. Наряду с овцами хозяйство занимается разведением молочного поголовья коров. Теперь все куда молодняка, ты меньше искать врача нужно. Ну, это закон жизни. Чем мы с вами молочи, тем и здоровье еще, правда? Созданы в природе умови, бачите, балки. Все на світі, що якраз именно вівці. Краще всіх любих животних. Пристосовані до місцевих умов і потребляють корма, як і ні одне друге животне місце потребує цього. Главный фермерский портал совместно с Просто Продакшн специально к Агропорту 2015.